Ребята, всем привет! Вы на Флагман Шоп, с вами Артем Некрич. Сегодня мы рассмотрим линейку бюджетных универсальных спиннинговых удилищ под названием Флагман Thunder Max. А для тех, кого заинтересует данный товар, ссылочка на интернет-магазин. Thunder Max представляет из себя серию многоцелевых бюджетных удочек. Это серия, насчитывающая в себе 7 моделей. В 5 из них можно найти универсалы, либо инструменты, более заточенные под определенные цели и задачи, в зависимости от длины и теста. Все 5 моделей, о которых мы сейчас и поговорим, имеют быстрый строй. Помимо этих 5 моделей, в серии есть еще 2 модели с маркировкой Twitch. Они обладают сверхбыстрым строем, и их предназначение, естественно, рывковые проводки воблеров. А теперь более подробно по моделям. В длине 2,24 метра мы имеем 2 удилища с тестами от 3 до 15 граммов модель 742L и с тестом от 5 до 25 граммов модель 742M. Они универсальны во всех своих проявлениях. С ними удобно и комфортно ловить как с лодки, так и с берега при пешей рыбалке. Удилище с тестом от 3 до 15 граммов можно рассматривать как береговой универсал для ловли окуня, головля, щуки и прочей рыбы. На удочку с тестом от 5 до 25 граммов я бы рекомендовал обратить внимание любителям ловли щуки и судака, в том числе с лодки. В длине 2,28 метра имеется также 2 теста. От 4 до 20 граммов модель 762ML и с тестом от 7 до 28 граммов модель 762M Twitch. Первая модель опять-таки универсальна. Берег, лодка, большинство типов приманок. Такая разноплановость и широкий спектр применения. То вторая заточена под твичинг и в первую очередь для ловли щуки. Еще одна твичинговая модель обладает таким же кастингом от 7 до 28 граммов, модель 662M, это у нас 1,98 м. Замыкающие серию две удочки это модель 802M, длина 2,44 метра, тест от 7 до 28, и модель 902MH, длина 2,74 метра, тест от 8 до 32 граммов. Эти удочки за счет своей длины и запаса мощности предназначены для береговой ловли жереха, щуки и судака. Там, где нужно забрасывать далеко и доставать рыбу с нормальных дистанций, там, где нужно вкладываться в заброс и форсировать вываживание, колеблющиеся блесны и резина будут их стихией. Оснащены удобной рукоятью из ЕВА, в кольцах специальные вставки SIG. Кольца распределены так, чтобы обеспечивать прямо пропорциональную нагрузку по всей длине бланка. Серия Thunder Max обладает хорошей чувствительностью. Причем это проявляется не только во время поклевок, а и при контактах с дном. Камень, коряга, трава. Чувствительность на очень высоком уровне. Если вас интересует универсальный спиннинг, или береговой дальнобой, или качественный твичинговый инструмент, советую обратить ваше внимание на серию под названием Thunder Max. И разыграем одно удилище из серии Thunder Max на ваш выбор. Условия конкурса очень просты. Вы должны быть подписаны на YouTube каналы Флагман ТВ и Флагман Шоп, поставить лайк под данной видеозаписью и указать в комментариях модель удилища, которую вы хотели бы выиграть. А уже через неделю в прямом эфире мы разыграем удилище среди наших подписчиков, которые выполнили условия конкурса. Напоминаю, что у вас должна быть открытая страница для того, чтобы мы могли проверить, все ли условия конкурса вы выполнили. Ребята, оставляйте ваши лайки и не забывайте активировать колокольчик, чтобы не пропустить новых интересных видео. Ну а вы были на Флагман Шоп, с вами был Артем Некрич, всем пока!